Всем привет! И сегодня я буду играть в Марио. Да, конечно, странно, но буду играть сегодня в Марио. Обязательно пишите в комментариях, понравилась ли вам эта рубрика и снимать ли мне ее дальше. Здесь мы взяли грибочек, улитку для роста. А вот это вот для того, чтобы уменьшиться. Вот, сами увидите. Дальше надо быстрее убить вот этих грибочков, и здесь будет жизнь. Ну, или филинов. Вот здесь вот мы берем звезду, выбиваем монетки. И идем вот сюда, потому что здесь находится копилка. Идем сюда, здесь вот у нас уже караулит утка. И мы идем вот сюда. Здесь тоже есть такой опасный грибочек. Мы не попадаемся на него. Идем сюда. Там находится копилка в той трубе, но я туда не пойду, потому что я хочу получить увеличение. А так я не получу его. Берем увеличение и вуаля, готово. Она не уйдет в пропасть, поэтому мы прыгаем. Так, убиваем ее. И прыгаем к лестнице. И мы проходим первый тур. Так, мы во втором туре. Смотрите. Перепрыгиваем эту пропасть. И сейчас покажу вам, где есть вот цветок. Не знаю, можно его или нет взять. Я попробую. Не, не получается, ребят. Ну, короче, вы теперь знаете, что там есть значок. А вот здесь вот есть копилка. Но ее возьмете вы только, если будете большим. Дальше вот так нам надо пробежать и нагнуться. Конечно, там есть секретная денежка. И можно попасть на росток. Но я этого делать не буду, потому что я хочу пройти. Проходить тур буду сверху. Потому что видите, как там тяжело. Эти палки еще плюсом отпускаются. Поэтому лучше делать вот так вот. Чтобы не попасть еще плюсом на ежа. Которого убить нельзя. Мы перепрыгиваем везде. Везде. Дальше здесь опять начинаются эти палки. И мы прыгаем на вот эту палку. Так мы в третьем туре. Вот здесь вот уже начинается полнейший ужас. Потому что вы сами видите, здесь уже стоит дерево. И вот такие палки, которые как весы, так скажем. Здесь уже вот эти утки ходят. Убиваем. И здесь у нас медуза. Это полный пипец. Прыгаем на этот мостик. Не знаю, пройду этот уровень или нет. Пытаюсь пройти. Мне, наверное, надо, когда она опустится, прыгать вот это. Как ее? Утка с крыльями. Дальше на вот эту. И теперь вот сюда собираем денежки. Так. Хрена! Какой ужас! Дальше там вот эти весы. Мы прыгаем. Прыгаем дальше сюда. Вот сюда. Убиваем уточку. Выбиваем цветочек. Там что-то больно быстрая утка. Стремно туда идти. А ее можно пострелить. Прыгаем сюда. И мы прошли этот тур. Bye.